Приятного времяпрепровождения. С вами Козел Альпийский. Сегодня будем мы с вами вскрывать клешню. Клешню, которая может подойти и боссу, и нобу, кому угодно. Клешня это из набора нобов. И, собственно, давайте приступим. Начнем мы вскрытие от плеча до локтя. Разрезаем форму. Очень важно разрезать до конца, чтобы никаких прирезей не осталось. Далее и ведем вперед по тыльной стороне клешни и по зубцам. Зубцам клешни и по зубцам. Вот здесь вот разделяем. И каждый зубец надо скрыть. Видите? Вот здесь зубец. Сейчас проверяем, хорошо ли я его вскрыл. Вот. Сейчас довскрываем. Угу. И второй зубец. Все, собственно, теперь клешню можно вынимать. Вот эта вот белая, желтая даже штука, это клей-момент. Потому что в оригинале она идет, эта клешня, из двух деталей. Вот эти два шипа и вот эта вот деталь, сама рука, мотор и вот этот зубец большого пальца. Я все это склеил для удобства, чтобы формовать было проще. Вот такая вот форма. Смотрим детализацию. Мышцы. Заклепки. Все отпечаталось. Вот этот большой палец клешни. Вот он здесь. Все, он отпечатался. Вот такая вот форма. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.